Сегодня я буду снимать здесь коробку на Ford Ka. Проблема коробки. Подшипник накрылся. Буду менять его. И буду показывать, как снять коробку. Вчера батареи снимали. Стоп-старт. Это снова включилось. Ну, вытягивается батарея. Ручка, блядь. Не ладно. Я вот так сейчас. Так, это на платформе. Это пластик снимается. This is just a substitution. Вот это и то снизу будет откручивать, даже внизу. И вот здесь. Братки тут брать. С той стороны.
что он здесь. Здесь бампер off. Внимательно к ее внимательно. Там тоже так же вытянуть. Это? Нет. Нет, все. Все болты тут. О, все болты. Они одинаковые. И чтобы можно было отсунуть его. Сейчас надо масло слить. Там и там стабилизатор побережье, чтобы можно было вытянуть. Так, сняли. Потом шарово тяжело вытягивать нахуй. Вот все, что вам нужно снять. Можно это открутить стабилизатор, без разницы. Я пойду там откручиваю. Рулевая держится длинными. Так же здесь. Все, видите, все одинаковые. Это же переживание. Только на рулевом здесь большие становятся. Длинные болты здесь уже. Слив. Масло слить надо. Масло слили. Сейчас будем тягать полотя. Так же здесь. Гайка со стороны.
сейчас я вывезу. Я не хочу это снимать, потому что бабка на нем будет висеть, я его ссору. Отодвину. Сейчас я его вытяну. Вот я вытянул. Потому что там ни хера не отходит. Ну вот и все. Тут то же самое. Вытянул. Сейчас я про нее туда надо идти. Я его вытяну. И начну. Вот это тоже отсоединю. И все. И начну коробку отсоединять. Отсоединю потом подушки сверху. Отсоединю. Открутил здесь. Вот он здесь был. Тут то же самое. Большой был здесь. Так. Там все вроде бы. Тут все, но там еще есть. Где старт? Этот стартер. Где-то здесь еще один лукавец. Вон там, наверное, здорово. Ну, сейчас я разберу, сейчас я это откручу. Вот еще стартер, ну, болт. Ну, болт, стартер. Вот. Это стартер, болт. Вот. Сейчас остается только нам подушка и вот эти. Сейчас пойду там откручу. Покажу я вам. Этот. Три штуки. Эти коротыши. Отсоединили мы, потому что он будет мешать нам. Сейчас это только отсоединю. Лом просуну. Монтировку вытянуть. И пойду дальше работать. Балку снимать. Туда отсовывать надо. На 21. И вот это. И он сейчас вниз и пойдет на эту трубу. И вы его толкнете сюда. Чтобы можно было коробку снять. Потому что он, видите, упирается. Вот так его завернете, да, и все. Сейчас я покажу вам. Это пускай сейчас висит. Это мы снимаем. Вот это все. И сейчас тот тоже отключу. Я его отсунул сюда. Там болт остался. И вот так. Сейчас я полностью снимаю. Коробка уже полностью, все болты откручены. Стартер тоже откручен. Сейчас мы этот сам шток с той стороны не получился. Мы сейчас у него бабац и все будет окей. И начинаем снимать коробку. Опускать, а потом снимать. Все, мы сняли его. Отсюда легко и быстро. Одеть тоже легко будет. Да. Сейчас начинаем дальше показывать видео. Сейчас я Ванградом уперу его до двигателя и сверху подушки снимать его. Масса.
проебал. Вот еще. Вот здесь болт находится. Вот я снял его. Вот он какой. У него подшипник, по-моему, с этой стороны, да. Тарахтит. Надо мне хорошо разобрать его. И проверить внутри подшипники. Все, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи с вами.